Я думаю, что через 10 лет наша отрасль станет сильно похожа на торговлю. I think in 10 years our branch will remind the trading. Уже сейчас такие такие организации, как Google News или Яндекс Новости или другие агрегаторы новостей, можно сравнить с гигантскими супермаркетами. Вы приходите в супермаркет, и вы не всегда обращаете внимание на то, кто произвел эти товары. Вы просто знаете, что вам нужен стиральный порошок, гречка, там, вода. Ходите и выбираете на полках то, что вам больше нравится. Это медиа-аналог гигантского супермаркета. Агрегатор, который собирает наибольшее количество новостей из наибольшего количества СМИ и предоставляет их вам. Разница только в том, что супермаркет сейчас закупает товары, чтобы поставить их на свои полки. Агрегаторы новостей пока что в нашей стране, во всяком случае, ничего не платят производителям новостей, они просто выставляют нас на свою витрину. Но опыт мировой показывает, что агрегаторы вынуждены будут, поскольку им нужны новости, им нужна информация, они вынуждены будут договориться со СМИ и найти способ оплачивать эту информацию, которую они потом предоставляют уже своим клиентам. И так же, как в торговле, в нашей сфере будут бутики. Да, это компании, которые производят очень дорогие, но очень качественные товары. И у этих товаров тоже есть спрос, есть покупатель, который готов за них платить. И так же, как есть в мире много женщин, для которых важно, что у них будет сумка Шанель, также среди наших бизнесменов, чиновников, экономистов есть много людей, для которых важно, что они получат информацию достоверную, проверенную, правильно понятую, правильно объясненную. Ведомости относятся к таким бутикам. Поэтому мы сами продаем то, что мы производим, свою информацию. Ее в полной мере могут получать только подписчики. И мы уже не делимся основными своими статьями с агрегаторами и социальными сетями. И последнее, что я хочу сказать, после этой сессии я пойду на закрытую сессию Facebook специально для журналистов и для медиа, потому что Facebook наконец осознал эту проблему, и они объявили программу взаимодействия с журналистами и взаимодействия с журналистикой. Если коротко, им нужна экспертиза журналистов, чтобы отличить правду от вымысла, настоящие новости от выдуманных. И в обмен на эту экспертизу они наконец-то готовы делиться своими доходами. Поэтому я считаю, что через 10 лет нынешние медиа превратится в тесный альянс глобальных распространителей, таких как социальные сети, агрегаторы и поисковики, и производители контента, таких как традиционные медиа.